Три небольшие площадки для стритбола на один день появились на площади искусств. Городской турнир по уличному баскетболу на Кубок городского собрания Сочи прошел в день города уже в четвертый раз. Инициаторы соревнований – Совет молодых депутатов. Они же организовывают турнир и закупают все необходимое для его проведения. Все мы поддерживаем спорт, спортивное начинание, и наши ребята вовлечены вот в эту спортивную жизнь, и это их образ жизни. И сегодня они благодаря этому и сегодня находятся здесь. За Кубок городского собрания Сочи боролись более 80 спортсменов разного возраста и уровня подготовки. Победители определялись в номинациях «Профессионалы», «Любители» и «Молодежь». Всего 21 команда. Это действующие спортсмены из разных районов города, воспитанники спортивных учреждений и просто любители уличного баскетбола. Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами. Это же будущие лидеры, это будущие управленцы, будущие руководители, возможно, будущие педагоги. Они будут воспитывать тех, кто дальше, после нас придут они, после них придут еще кто-то. Наш город должен развиваться, мы не должны стоять на месте. На месте не стоит и уличный баскетбол. Этот вид спорта уже не просто популярен среди молодежи. В следующем году стритбол станет олимпийским видом. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.